Покормили мотоцикл. Не знаю, в какой я местности. Сложно сказать. Когда выбираешь опцию исключить хайвей, то неизвестно, куда он тебя приведет, в какую дыру. Сейчас покормим себя. Так, легкий перекус. А что ты еще найдешь на заправке? Пицца, сосиски и сэндвичи. Как везде. Вперед! Город Баффало, штат Нью-Йорк, оказался очень промышленным городом. Много предприятий, железнодорожных путей с грузовыми составами. Но это, в общем, не важно. Факт был в том, что день подходил к концу. До 7 часов нужно было найти место для кемпинга, и желательно бесплатно, так как в 9 уже было темно. Такое место я нашел. Ехал с дороги в тупик, обнаружил полянку и почти разложился, как подъехал тракторочек. Оказалось, хозяева этой земли. Я спросил разрешения разбить лагерь, рассказал им про свой канал и про свое путешествие. Результат не заставил себя долго ждать. H-R-O-M-I-C-H. Хромич. Хромич, что ли, мотоцикл? H-R-O-M-I-C-H motorcycle. That's his YouTube channel, you can watch him. Ну вот, оказывается, я расположился на частной собственности этих людей. Я смотрю, трава здесь подстрижена. Но вот я подошел, спросил, говорю, можно я у вас здесь останусь заночевать? Ой, и женщина очень приятная, она сказала, да, и говорит, я не против, если у вас есть своя палатка, как бы, пожалуйста. И даже говорит, спасибо, что спросили. Ну, то есть все здорово. То есть мне разрешили здесь остаться, это их частная собственность. Но она сказала, если вы собираетесь здесь рыбачить, вам на это нужна лицензия штата Нью-Йорк. Естественно, у меня такого нету. Ну и, соответственно, рыбачить я здесь не буду. Слишком много глаз, чтобы сделать это втихаря. Ну вот тут вот, опа. Вот так пусть и стоит. Будем раскладываться. Эх, рыбка плещется. Удочку бы закинуть, а? Вон она там плескается. Я бы сейчас поймал бы что-нибудь и на костре зажарил. Червяка здесь же в земле бы сейчас накопал. Я думаю, это не проблема. Вот у меня тент. Он накрывает и мотоцикл, и меня. У меня там спальный мешок. И если что-то закапает вроде дождя, я защищен. Мне повезло, я нашел бревнышко, буду на нем сидеть. Разведу костерчик. Вот мой резерв продуктов, который я вожу с собой. Здесь я буду кипятить чаек. Это готовое, я так и не понял, что это. Стоит оно $3.5, вот эта банка, или 4. В общем, если я правильно понял, то что-то типа омлета. Посмотрим. Тут у меня куриные эти, короче, мякоть куриная. Это мой десерт. Можно будет скипятить воды, заварить лапши. Можно будет развести картошку. Это завтрак, кашка. Можно будет сделать рис, тоже ready to cook, то есть ready to eat. Можно будет его съесть. Ну вот. И опять же небольшие десерты, протеиновый батончик. И там у меня чисто так в дорогу взял всякие батончики. Ну, задача сейчас развести костер. Попробуем первая спичка загорится или нет. Да, бумага тут проблема. И здесь нету березы, кору которой можно было использовать для разжигания.
Я нашел в кармане случайно сухую салфетку. Попробую вот сейчас с нее разогнаться. Ну. О-о-о! Да я счастливчик, вы посмотрите. С одной спички уже есть огонь. Все хорошо. Все прекрасно. Огонь есть, место для ночлега есть. Еда есть. Вода есть. Классно. Так, ну что, шеф-повар говорит, у нас в меню сегодня куриная лапша, чай, с куриным бока, что ли, в общем, с куриным филе. Сегодня у нас куриное меню. Скипит водичка, так что все нормально. Сейчас поужинаю, пока не стемнело, а как стемнеет, спать. Подъем в 5 с рассветом и снова в дорогу. Так, лапшичка уже заварилась. Ну все, начинаем пир на весь мир. Вода достаточно быстро на костре закипает. У меня есть вилка, у меня есть ложка. Бон аппетит. Я решил, пока костер есть, водички скипятить и залить кашу. Овсянка, она и холодная, неплохо идет. Сразу сейчас залью, зато у меня будет готовый завтрак. И сейчас еще замудрю себе чайку. Ужин удался. Лапша куриная, курица и маленький десерт. Иди сюда, это уже улитки на него там лезут. До штата Пенсильвания я не доехал, кстати, буквально минут 20. Я был бы в Пенсильвании. Вот и чай закипел. Заварка благополучно прихвачена из отеля. Ну все, ужин состоялся. Скоро будет темно. Все как учили. Консервную банку нужно обжечь в костре. Тогда она разложится менее чем за год. Очень быстро. Я так понял, что гортанные звуки издают лягушки. Скорее всего, они обычно так перекликиваются. Ну что делать, штат Нью-Йорк, не то что у нас на родине. У нас лягушки просто ква-ква, а тут они какие-то другие звуки издают. А я не знаю еще на камере, насколько видно будет здесь. Видно светлячки. О, один прям на камере сидит. Доброе утро. Что-то мне кажется, сейчас пойдет дождь. Пора собирать лагерь, пока все это не намокло. Время 6. Блин, он уже начался, дождь. Надо скорее шевелиться. Он уже начался. У меня есть, наверное, максимум 5 минут, поскольку я еще под деревом. Быстрее, быстрее собираться. Ну вот, главное без паники. Я собрался, упаковался. А дождь так и не начался, только попугал меня немножко. А я уже даже дождевую амуницию нацепил. Осталось у меня время даже позавтракать. Кашку я уже употребил, остался у меня бананчик, сок и батончик.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч!